Добрый день всем, дорогие зрители. С вами Лиеро. Это еще один стримчанский из серии разработки игр, которую мы продолжаем делать игру. Вот, это игра про Марс. Для тех, кто не в курсе, напомню. Для кто не знал, будете знать. Вот, сегодня я наконец-то начинаю создавать персонажей. То есть надо сейчас анимацию делать. Там вот три их костей стоит уже снизу. Просто он переворачивается. Вот. Сейчас надо сделать, наверное, какие-то шорты ему, потому что нет никакой гендерности у персонажа. Он, по сути, бесполый. Вот. Как выделить персонаж? Сейчас вам покажу. Вот тогда он сейчас стоит просто перевернут, поэтому... Вот смотрите, так. Object Mode. Вот, как выглядит герой. Он тут, блин, как подняться. Ё-моё. Короче, как-то вот так вот. Он не Object Edit Mode, да? А не Edit Object. Короче, герой примерно у нас выглядит сейчас вот так. Я не помню, как, блин, как подняться-то? Как вверх подкрутить? Где моя слетела настройка? Я не знаю, как это сделать. Option. Mesh Text. Нет, не то. Блин. Черт. Ладно, поехали делать тем, чем я занимался. Так, сейчас, секундочку. Вот. Сделаем прозрачно. Мне надо сделать ему трусы, при этом сделать так, чтобы они закрывали полностью гендерность. Если вдруг... Говорит, а где писюн? Нема писюна, пацаны. Это... Так, давайте сначала сделаем, экструдируем. Е, потом Alt-S. А ну, она получается. Я решил вам показать, думаю, ладно, что тут париться-то. Надо пока что разрабатываем. Димон просто там еще не совсем готова. Хотя, может, сегодня будет показана одна часть того, что мы там сделали. Так, ну, в общем, пока шорты сделаны, осталось их покрасить. И пока этим заниматься не будем, пускай оно остается так. Все, это пускай будет. И пока сейчас еще не видно, потому что краска не наложена, текстурирование ткани не наложено. Это просто я сделал, типа, видите, каемку. Тут, правда, уголки надо будет потом сгладить. Это можно прямо сейчас даже сделать. Ладно, возвращаемся к непосредственно персонажу. Так, как, блин, как эту... Анимейшн. Так, вот она есть. Вот так он выглядит по факту. Видите, вот это шорты будет просто пока... Он так выглядит из-за того, что текстура наложена. Это кости внутренние. Вот. Их видно не будет. Вот это скелет персонажа. Я начал уже анимацию прорабатывать. 60 кадров будет, наверное, анимация. Это дохерна, конечно. Но посмотрим, как это будет. Ну, как это будет выглядеть. Надо посмотреть, потому что это первый персонаж. Я делаю пока позу для меча и щита. Вот так он сейчас двигается. Типа он дышит. Может быть, надо будет еще подправить. Тут 240 кадров на 4 секунды анимация. Анимация просто... Как он дышит. Будем делать сегодня анимацию движения и так далее. Трусы что, кожаные? Ну, это и просто раскраска осталась от персонажа. И трусы надо... Ну, это подправится. Это все мелочи. На самом деле, это вообще ерунда. Так. Что касается самого героя. Ну, смотрим, или он нормально выглядит. То есть там есть зубы. Потому что с зубами я смотрю не то. А ну, стоять. Так, это глаза. Волосы. Давай вот этот вот, чтобы было его ярче видно. Это с зубами у него вообще печаль какая-то, если честно. Они что-то распались. Я знаю, наверное, почему. Вот. Оно так должно быть, это в прозрачном цвете, вот так вот. Оно почему-то распалось. Вот, ну зубы, то есть, короче, есть, у него язык есть. Пока, конечно, я вот единственное, что кость туда не добавил, не знаю, наверное, надо будет туда кость добавить, чтобы рот мог двигаться. А ну как он выглядит в этой с анимации? А, уже не... Object Mode. Очень скорость маленькая, FPS не хватает. Эти, потому что когда переходишь в режим Иви, слишком он лагает.
кадры FPS проседает очень сильно, потому что очень много всяких объектов. То есть он двигается, но он замедленно, видите? То есть 4 секунды должно быть, оно где-то секунд 10 мне проигрывается. А, давайте это вот так сделаем, чтобы это не тормозило, вот так оно должно быть. Так, ладно, это первая анимация, теперь надо подгонять, наверное, будет щит. Давайте это и сделаем. Файл импорт FBX. Сейчас будем смотреть готовые анимации. Это модель Димона, говорят? Не, это просто пока модель. Я даже не знаю, ли это модель будет. Я просто, ребят, я тренируюсь, я ж не умею хорошо еще создавать. Типа персонажа, я только начинаю это делать. Так, что мне надо было? Щиты мне нужны были. Ищите щиты. Кольца, амулеты, стены, клетка, грибы, скелет, лопухи. Так, набор молотов, набор топоров, копий. Ну давайте, вот, например... даже не знаю, давайте щиты все-таки сначала, наверное, засунем. Я хочу щит посмотреть, самое главное, потому что надо прям идеально будет расстояние выбрать. Алибар. Картинки, спутники. Блин, не вижу щитов. А вот щит, все, нашел. Так. Щиты, третьи текстуры. Текстуры щитов. Три первых щита. Так, три первых щита. Где они, кстати? А, есть косяк, понял. А, пропорция 10 раз увеличена. Этого чувака надо в 10 раз уменьшить. Или давайте щиты пока увеличим 10 раз. Так, стоять, надо найти их. А, щиты, щиты, щиты. Давайте вот, например, не знаю, первый щит использовать. Давайте два удалим, первый щит. Так, вот он ты у нас есть. Edit mod. Object mod. A. Loadout. Ну, блин, куда я эту штуку делаю? Я не знаю, как ее вытащить назад. Блин, где-то я ее отключил и не могу теперь вернуть. Не могу просто на него направиться, видите, вверх подняться. Как? Это приближение удаления. Черт, не знаю, как это сделать. А, вот оно, все, нашел. Так, вот оно. Я его отключил просто. Так, 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 так. Значит, щит. Мне нужен чисто конкретно щит. Теперь надо его увеличить в, я так думаю, 10 раз. Потому что пропорциональность у нас 10 раз. Edit mod. A. A. Нет, стоп. A. И где у нас размеры? Transform. Сколько у нас тут получается? О, блин, какой он маленький. Так, так, давайте, значит, не так сделаем. А сделаем не в Edit моде, а в Object моде. Так, 10 раз. 10. Сейчас, ребят, я посмотрю, что вы там пишете. Я просто хочу это все увеличить сначала. Сейчас подогнать. Я буду сейчас под руку подставлять щит. Пропорция 10 и 10. Так, есть. Теперь щиток. Щиток, щиток. Давай, Edit мод. Посмотрим, ли он небольшой, потому что я еще это все не проверял, не подгонял. Он, походу, большой слишком будет. Значит, не, надо будет уменьшать их потом. И плюс руку надо кости изгибать сейчас. С костями играться придется. Палец этот не канает. Надо тоже выгибать сейчас. Так, а насколько он большой? До хрена большой. За до хрена большой, фак. Пропорции нету. А что за звуки аппарата жизнеобеспечения? А не знаю. А, я знаю, что за... Все, я понял, сейчас, секунду. Сейчас не будет, походу. Это, короче, у меня TeamSpeak работает. Я Димона просто жду, пока Димон появится. И так пик-пик, это TeamSpeak, типа, сообщает, что я, типа, в сети, но якобы меня, ну, не слышно, я замучен. Так, ладно, давайте щитом теперь немножко поковыряем. Значит, он большой, это раз. Надо его уменьшать, тут надо палец подогнать, в это в анимации надо сделать. Но нам надо щитом разобраться. Значит, Object Mode.
щит. Десятка — это слишком много. Давайте до 8. То есть 8 раз. Просто проблема в том, что я сначала делал, скажем так, вещи, а потом я делал уже персонажа. И я немножко не рассчитал. Восьмерка. Восьмерка уже получше будет. То есть надо будет 8 раз уменьшать. Так, edit mod. Поехали. Вот этот палец, сейчас я, короче, это сделаю. Ручка, я смотрю, достаточно. Ну, она нормальная, в принципе. Этот палец можно выгнуть туда. Сейчас это все в анимации буду делать. Так, ну, пока вроде чуть... Вот так сделаем. А, там палец исчезает. Вот так. Сейчас буду играться с этим. Так, ну, этот щит уже получше. Да? А ну, теперь меч еще добавим. Мы еще посмотрим, как это будет смотреться. Или еще большой щит, как скажете. Или уменьшать. По высоте вроде я его нормально поставил. Руку надо будет чуть еще локоть отогнуть сюда. Сейчас. Так. Стоять. Мне надо pause mod. А ё-моё. Озмор. Так, где у меня кости? Секунду, надо эту штуку. Нет, не эту штуку. Мне нужны кости. Вот они. Так, теперь надо с костью руки играться. А ну, если мы ее немножко отдалим. Оп, стоять не работает так. На. Да с пальцами еще играться. А то так, где? Знаете, в чем проблема? Я еще не совсем... Playbacking. Ой, не то. Ой-ой-ой, куда я ушел? Тут анимейшн должно было быть. Таймлайн. Блин, как я как-то это выключил. Сука, я еще с блендером до конца тут не разобрался. Я анимацию просто пару дней назад только начал учить. Как это делается. Надо немножко его поднять. Щит немножко опустить. Так, секунду, блин, это надо делать по-другому, опять выходить. Object mode. Итог. Edit mode. Буду подгонять, что-то придумывать. Так, пациент все равно без... А что, пикает все равно? Не понял. Твою мать, что он пикает? Давай так сделаем. А ну. Так, пикает? Так уже пикать не будет, наверное. Трусы мне нравятся. Все, уже не пикает. Я чуть не понимаю, оно опять пикать начало. Дендрофокальный принцип моделирования. Да, говорится, не пикает. Хорошо. Так. Вот моделировать, наверное, лучше в ZBrush. Я просто не знаю, в ZBrush не учил. Так мне сейчас. Я просто сейчас пытаюсь пропорции примерные поставить, посмотреть, как оно будет выглядеть. Я сейчас, ну. Типа анимацию для персонажа я сделал. Мне надо просто понять, или вообще то, что я моделировал из оружия и из щитов, или оно вообще подойдет. Тут. Вот видите, с пальцами как много косяков, вот этот палец надо выгнуть по-другому. Это просто сейчас, это можно сейчас сделать, но это как бы пока не так, ну, не так важно. Тут рука, вот видите, криво тоже выглядит. Надо немножко приподнять кость, повернуть ее, сделать, чтобы, ну, хотя все равно. Так, слишком кость просто тут выгнута. Она, обычно у людей эта кость не выгибается. То есть тут надо локоть больше, поднимать локоть выше, а эту кость ниже.
Ну тогда ручку щита надо поднимать вверх. Потому что иначе он... Ну, максимум вот так надо, чтобы она была закрыта ему по рот. Потому что выше как он смотреть тогда будет. Ладно, давайте еще добавим мечи. Посмотрю, как оно с мечами будет вообще смотреться. Я даже еще не проверял это. Я не сводил еще это. Так. Пациент проснулся и заговорил. Так, давайте найдем теперь какое-то оружие. Не знаю, давай вот, например, набор для... Да, набор для копий. Не имеет особого значения. Так, текстуры копий наконечников. Нам это не надо. Ай, блин, они же собираются. Сука, я не смогу сейчас это нормально сделать. Ctrl-Z. Где мои копья? Ну, копья тоже 8 раз надо будет увеличить, если я правильно понимаю. Так, стоять. Где мои копья-то? Эу. Файл. Блин, я экспорт сделал. Надеюсь, не экспорт, а импорт, набор копий. Так. Нет, наконечники, а мне нужны палки сами. Оп, что произошло? Не понял юмора. Блин, я походу убил эти... Ой, Димон появился. Сейчас. Сейчас, пацаны. Захожу. Я ждал, пока он появится. Так. Connected. А, привет. Здорово. Я ждал, пока ты появишься, я решил показать. Короче, смотри, я с анимацией это немножко начал разбираться. Единственный, конечно, косяк, что надо будет все предметы подгонять, потому что персонаж, ну, грубо говоря, в 10 раз больше, а щит я 8 раз увеличил, потому что в 10 раз его увеличил, он слишком большой. Ну вот я примерно ставлю, как оно будет. Анимация пока... Опа, чё, рука сместилась. Надо будет щит потом закрепить. А щит не... А чё щит такой кривой, кто его гнул? Не, так он специально криво, ну так же сделано, так щиты же делаются, знаешь. Не, щит-то нормальный, блин, мне не нравится как... Ладно, как крепить мы будем это полдела. Секунду, так, остановить анимацию. Боже, я еще, блин, путаюсь с этой фигней, я пока знаешь, разберусь, как это точно сделать. А, стой, это нельзя. Это не то, мне надо edit мод здесь делать. Так, вот так. Он сейчас проникает все равно, это так, типа, немножко. Давай, я меч, я только что, блин, такую туфту сделал, я перезаписал. Я экспортировал файл на копья, а не импортировал. Копья, походу, мог убить. Чего страшного? Будут поломанные копья. А, не-не, все нормально. Я это... А, это наконечники, да, или что это такое? Так. Да, это наконечники. Ctrl-Z. Файл, импорт. FBX. А ну это? Да, вот пал. Пишет насчет щита. Он специально такой кривой, чтобы было удобно еду хавать. С него. После боя. Так, копье. Вот первое копье. Если мы его увеличим 10, 8 раз. Посмотрим, или все 8 раз придется увеличить по моим пропорциям. Или я, блин, сейчас каждый предмет будет в своей пропорции. Так. А копьё, чё, 8? В 10 очень там большое. Там, на самом деле, нужно было... А, ну, окей. В 10 очень чё, большое, получается. Ещё я могу сам подогнать, по размерам увеличивать. Не, ну это да, я в это не переживаю. Я просто сейчас хочу... Я хочу проверить, как оно вообще будет выглядеть, если я в руку ему поставлю. Поэтому сейчас он будет анимирован, надо будет потом сделать статический предмет, чтобы он в руку держался. Ладно, это что за игра? 18 с плюсом? Ну что-то у мужика копье между ног было только что. Нет, я просто подгоняю, я ж не могу, как его поставлю тебе, блин, в руку.
Ну, это, короче, будет у нас мужик. Копье не маленькое, ну скажи мне. Оно тоже, оно двухметровое было, по задумке. Ну, у меня, короче. С наконечником. Тут еще наконечник сантиметров 15. Его просто нет. У меня явно, короче. Ну, в принципе, по размерам щита, да. Копье, мне кажется, оно чуть-чуть длиннее было бы сделать. Ни хрена себе, чувак. Комплексы. Не, ну не знаю, честно говоря, тяжело сказать. Это... Хотя оно примерно почти 2 метра. Визуально, чуть меньше. Ну-ну-ну, оно не, оно с наконечником 2 метра должно быть. То есть, в принципе, 8х. То есть, все оружие надо будет 8 уменьшать. Не в 10, а в 8. То есть, либо персонаж слишком мелкий получился, либо все оружие, которое я делал. Блин, я боюсь, что я убил копию на самом деле готовый. У меня должен быть где-то файл сохраненный в скайпе тебе кинул. Потому что я вместо импорта экспорт замутил. И замутил персонажа на 10 копий готовых. Так, короче, ладно. Ладно, ничего. Может быть. Теперь, ладно, давай теперь анимацию. Так, это можно отрубать. У меня пару дней назад Windows как бы при обновлении убил полностью. Как бы винду. И 2 дня моей работы стира, так что ничего страшного. Призвал, чтобы кап делал. Блин, как это... А что у тебя там? А ну, можешь показать, я в Дискорде пацанам в плохом качестве специально покажу, чтобы они не могли стырить. Не пали. А ты какие у меня трусы, кстати? Я пока ничего, я сидел, я вчера сидел, делал, блин, как его... Систему инвентаря. Она необычная, потому что я тоже посмотрел то, что как все пытаются делать, ну, как все в основном делают. Я буду не такой, как все. Я там поменял, ну, как бы, точнее, даже поменял. Я свою идею написал, конечно, не знаю, возможно, будут какие-то проблемы потом с реализацией, посмотрим. Я пытаюсь ее пока накатать, а потом уже... Если выйдет, то будет уникальная система. Ну, в плане именно, даже не инвентаря уникальная система будет, а именно уникальная система... генерация оружия. В том плане, такое вы не видели в играх раньше. Ну, я лично не видел. Может, и есть где-то. Так, смотри, есть две проблемы. У нас есть это, чтобы 20 анимаций, но их всех я хрен подгоню, потому что они начинаются не с одной позиции. То есть мне придется анимацию все делать с одной позиции на персонажа. Не совсем понял. А, ну, те анимации, которые я тебе вчера кидал, ты смотрел их? Или нет? Ну, так там две или три смотрел, не все. Ладно, тогда... Мне просто пока анимации рано, я пока что пытаюсь инвентарь замутить. Да, футболист. Ну, ты ему ногу крутишь. Сейчас буду делать анимацию. Знаешь, я в ТС-ку перезайду, а то я сижу уже тут в ТС-ке полтора дня и задержка. Большая. Давай. Так, персонажа придется немножко опустить. Потому что он не по линии идет. User entered your channel. Так. О, лучше. Задержка почти исчезла. Угу. Дима, на чем программируешь язык? C-Sharp. Так, теперь это в 120-й keyframe. А как, блин, как эту штуку открыть? Не помню. Собака, не помню, как это. Что я сделал? Ctrl-Z. Так, маркер. Animation. Ну, по факту, ребят, если вы работаете в Unity, то в основном C-Sharp это единственное правильное решение, на чем прогать. Если Unreal-ка, то C++. Хотя, на самом деле, говорят, что на Unreal вообще можно сделать игру, не зная языка программирования. Там чисто нодами собирать. Но говорят, что, правда, это будет дольше, если нодами собирать, чем прогить. Потому что то, что вы делаете через ноды, как это называют, визуальное программирование, вы можете C-Sharp сделать гораздо быстрее. Но зато C-Sharp нужно учить, а ноды, по сути, как бы... Ну, тоже надо, конечно, привыкать, но там проще будет нодами. Если вы не знаете язык программирования.
Так. Значит, нам надо не Game Engine Action, нам надо новый создавать. А что у него с рукой, бедный? Это для щита я просто делал. Сейчас я новую создам. Так, как это, блин, новый тут создан? Тут, по-моему, создан. New Action. Ты ему сломал. Эй, стоять. Так. И... Блин, как это, я еще, если бы я понял, как это еще делается. Если бы я еще это все помнил. Слишком много всякого дерьма. Надо как-то скопировать. Оно через И копируется, надо кости выбрать. А у меня кости почему-то не выбраны. А почему? Озмод. Где мои кости, ё-моё? Game action. Па-па-ра-пам. То он, блин, уже не так и не смотрел, сколько полигонов, да, у него? А, не, не смотрел. Вот оно. И... Rotation. Теперь... Ой, а что я сделал, стоит? Я первую позу, походу, убил. Да? Это... Кук за Сатан пишет, Димон, пока ждем New World, может, go в Tessa? Не, я пока в донатную сраную линейку... Как бы, ну, понимаешь, я сейчас не играю так конкретно, а скорее линейка что проще. Взял, поставил там на автофарм и работаешь. А в Тессу там на автофарма нифига нет, поэтому не вариант. Так, это значит надо Shift D перенести на 60-й кадр. Это Shift D на 120 на 160 получается. Что, секунду? Тут хороший совет, нажми на все кнопки, что-нибудь получится. Ой, что я, сделал? Z, Z, Z. Так, еще раз. Shift D на 60, вот так. И теперь Shift D на... Вот это вот. Shift D на 100... 180. 120 кадров в секунду это будет. Неплохо, анимация да. Плавная. Так, а ну смотрим, сейчас надо тут ноги поменять местами, скорее всего. Я просто скопировал его, да? Да, я просто скопировал его. Стоять, значит, не так надо делать. Так. FD. Че, блин? И он завис. А он точно нормально идет? Да-да, сейчас, секундочку. Мне надо, блин, сообразить, как это сделать. Они должны в ц... да, я понял, что я неправильно делаю. Он не, пока не нормально идет, потому что вот это центрально, ноги должны вот так стоять у него, как тут, на первом кадре. Вот, это центральная позиция. А это боковые позиции. Плывет. Я понял, что я неправильно сделал. Так в миксане можешь взять нормальную анимацию хождения. Нет, так меня все равно надо будет под это все переделать. Дело в том, что в миксам мод ты не замутишь. Но... Ну, ты не свяжешь анимации между собой. Потому что тебе надо будет все равно делать промежуточные анимации. Для того, чтобы связать, например, прыжок там с ходьбой. У них там, персонажи... Это можно делать Unity связывать. То есть, типа, да, но уже... анимации нет. Они не разные позы. Он, например, прыжок делает с позы в приседе уже. То есть скелет уже изогнут. Рих скелета изогнут. Ты не сможешь это привязать. Оно будет очень резкий скачок. То есть нужна анимация. Ладно, давай. Просто нормальную анимацию ручками тяжело делать. Потом... Так, посмотри, сколько костей. Анимация. Смотри, сколько здесь костей, чувак. Посмотри. Да, это, я знаю, что это сложно. Тоже сложно. Зачастую миксаем, если не ошибаюсь, там motion capture'ом записано. Конечно, я говорю, самый простой способ это купить самую дешевую там за штуку чем-то баксов систему, которая motion capture захватывает, и можно потом импортировать движение motion capture, типа именно саму записать где движение, а потом просто на кости импортировать. Ну, это конечно, это если мы делаем AAA. AAA, потому что очень дорого наша работа стоит. Ради на занят игры уже придумали. А нет, мы же спрашивали вас там. Ну, в основном это Вован занимался, поэтому он что там пока запомнил. Пока что. На самом деле, у меня проект
называются с самого начала 2D-арены. Ну, потому что я планировал делать 2D-игру, в лучшем случае 2,5D-игру, потому что, ну, как бы, понимаете, первый проект, браться за что-то крупное, ну, я, типа, не очень хотел. Алан говорит, давай 3D, давай 3D. Ну, и в итоге взялись пока за 3D, и под названием 2D-арена, на самом деле, полностью все 3D-шное. Дима, сколько в день уделяешь программированию? Не совсем понял, изучению. Я вообще, типа, на самом деле, все, что там в нете, как они там говорят, там читать какие-то книги, прочую дичь, я этим вообще не занимаюсь. Только практика. То есть, есть какая-то проблема, решаю проблему, ищу способы решения, аналогию разбираю. То есть, типа, никаких книг и прочего говна, которые рекомендуют. Оно, может, и работает. Мне кажется, что если там сейчас через всякие книги и прочее говно работать, то ты будешь обучаться в раз 10 дольше, чем через практику. Чисто практика. Есть какая-то проблема, еще, ну, в основном, конечно, проблема в том, что надо только гуглить на английском, потому что на русском проблему не найдешь решения зачастую. Ну, то есть можно, но это редко когда попадается. По сути, вся, скажем, информация всяких решений. На форуме сидишь, смотришь, у чуваков были проблемы, как они решают. Там некоторые другие программисты подсказывают, как решить. Потом смотришь на их решение, проверяешь, как оно работает, разбираешь сам код и понимаешь, как что каждая команда делает, вызывает. И потом, когда возникает аналогичная проблема, ты уже знаешь, что именно нужно использовать. Поэтому как бы не тяжело. Что-то по кейфреймам не получается у меня пока. Да, мне кажется, что проблема с ходьбу, тебе надо делать, у тебя ноги шевелятся неправильно, они должны сгибаться и в коленях, не, и так конце, далее. Это я потом сделаю, он сейчас по текстуру уходит, это потом я сделаю, чтобы он прогибался. Мне сначала надо сделать сам плавный ход, но я почему-то не врубаюсь, что не так сделал. Так, правая нога уходит вперед, идет назад, но это все потом ускорится. И вот сейчас опять почему-то уходит правая нога вперед, а не левая. Вот с этой позиции должна левая идти вперед, а она опять правую дает мне вперед. О, тут резко перепрыгивает. Вот почему важно, все понял. Она, блин, я скопировал. Спрашивают, сколько на практику уделяешь? Ну, я? По сути, сколько, это уже почти третий месяц идет. Ну, первый месяц, наверное, 15 часов. Я так ежедневно сидел просто безвылазно, не играя, каждый день. Дело разбирался. А дальше уже там часов, наверное, по 12, по 11 в день. Ну, смотрю, что получится. Так, надо просто еще одну анимацию мутить. Тут он остановился. Ну, понятно, и пошел назад. Так. До сюда дошел. Хорошо, значит, так пускай будет. Надо еще скорости потом будет добавить, потому что ну, ходит как слоупок. И пошел. Ты что, смотрел там, типа, как анимация именно делают да. Другие люди? И? Да, но нам надо будет ускорячить. Можно сделать два шага ему по 30 кадров, чтобы он быстрее шел. Ну, короче, ладно, там бег все равно будет 15 кадров, можно еще сделать, чтобы он быстрее перебирал ногами. Так, вот сейчас оно будет один шаг, но в 120 кадров, он получает 2 секунды. Ты делаешь типа так. 60 кадров 1 секунда. Не, там я это все буду настраивать. Потом по ощущениям. Просто делал, чтобы много кадров было, чтобы легче было. Так, теперь нам надо вот отсюда щепди на 180-ю, правильно? Отлично, теперь. Значит, тут у нас какая нога уходила? Правая. Спрашивает. Теперь отсюда или начинать закончим? Должна левая начинать. Спрашивает, или закончим к концу человечества игру? Да я думаю, что в лучшем случае к концу осени, но я думаю, что не успеем, наверное, к концу осени. Вероятнее всего, это может где-то зимой. Тяжело сказать, потому что очень много планов. То есть, типа, там, ну, есть два варианта. Как делают большинство, выпускать сырой продукт. Ну, честно говоря, что не горю желанием выпускать сырой продукт. Либо выпустить уже продукт с разными элементами, с геймплеем, чтобы был более-менее интересный. Ну, просто дело в том, что
сейчас я не так активно кожу, как раньше, поэтому немножко скорость уменьшилась. Кибергрипп 2021. Да, да, их раз зимой выйдет на Новый год. А, блин, я ж, сука, стой, я ж, блин, забыл сделать самое важное. Так, эй, стоп, эй, и rotation selection. Так, я в прошлый раз, блин, надо было это сделать, я забыл это сделать, вот в чем косяк был. Поэтому он не двигал ногой. Я, блин, все правильно там делал, думаю, что я неправильно делаю. Эй, а что ты, ну, сука, что ты мне делаешь? Хорошо, давай сделаем по-другому. Следующий кадр сделаем и... И где... Спрашивают, или магию планируем? Нет, я думаю, что скорее как технология будет, а не магия. Опа, опять, что за, блин, я не понимаю, вырубится, что не так, опять. Ага, вот, что не так. Ну, знаю пока одно, что оптимизация у игры хорошая, пацаны. То, что у нас есть. То есть на всех максимальных настройках с разрешением почти 4К, там даже 5К. Игра вот на моем компе выдает там 120 FPS, там максимум до сотки просаживается. Это типа скейлом 2x. А если брать нормальное разрешение без скейлов и супер там сглаживание, там почти по 300 FPS выдает. Ну, конечно, там еще не закончено, мы еще не доделали... Немножко окружение, именно для арены, поэтому там еще может быть нагрузка. Про что ли грибы планируем? Грибы уже есть, не парьтесь, Алан, то, что Алан грибы делал, они уже на арене сидят и ждут в твоей механике. Я еще только механику не написал для их пожирания. Что мы еще не придумали, как это точно сделать, как они будут пожираться. Короче, смотри. Ну это пока, сейчас еще тело, вращение корпуса добавлю, чтобы он еще корпусом вращался. Смотри, что пока что-то... получилось. Сейчас я покажу, смотри. Ну сейчас что-то ноги еще поправлю. Нет, так подожди, он еще не ходит. Он еще даже не ходит. Так, сейчас надо будет он вращение... Он плавает. Сейчас вращение корпуса мы добавим. Да, вращение корпуса. Значит, когда он идет... Тут скорее, знаешь, даже не вращение корпуса. Тут скорее, наоборот, корпус на минимум, как, ну, вообще почти не двигать. Если, допустим, брать тот же Чевалри, если ты видел, у них при движении персонажа корпус почти не двигается, потому что потом будет проблема с реализацией поворотов атак, если ты будешь корпус двигать. То есть тебе нужно... Не, корпус чтоб, должен... Ну, корпус... минимальный наклон должен быть в разные стороны, сейчас поймешь. Ну, не знаю, а потом проблема будет... Ну, хотя минимальный какой-то там вообще, если мизерный, почти незаметный, да, можно да, сделать. Но, на самом деле, для правильного движения тут надо делать сгибы в коленах, чтобы он загибал колено и ноги немножко приподнимал, потому что сейчас он как будто, знаешь, типа на лыжах идет. Потому что это реально похоже больше на махание ногами пока, чем... Да, на, а чё он просаживается, так не понял. Рих кости почему-то здесь уходит, а чё он так уходит? А, это я его опускал из-за того, что всё я понял. 18 плюсов надо оставить. Зачем? Ты опускал его там. Шесты мы всякие малюешь. А, блин. Блин. Ладно, давай сначала на анимацию все переделаю, потому что я очень много накосячил. Так, сейчас переделаем. Все, начальная анимация стоит. Так, ну давайте, значит, во-первых, должно быть, чтобы он нормально шел, надо делать два шага и в начальную позицию. Вот эта позиция должна быть в самом начале, она должна стоять. Чип. Так, во-первых, она нулевой позиции должна быть, нулевой фрейм. Shift D.
И она, он должен делать шаг. Значит, раз, два, три, четыре. Четыре элемента. 120 на 4 по 30. Маловато, наверное, будет. Ну, желательно, по чтобы 40, давай. Было 60 кадров на движение в секунду, а лучше 120. А еще лучше 240. Да-да, ага. Чтобы оно было плавненькое. Так, по 40 я разделю пока. Я посмотрю, что получится. Значит, 40-й... Первый кадр — это стандартная позиция. Так? Так, вот она, стандартная позиция. Значит, 40-й кадр. Значит, 40-й кадр. Сейчас сделаю получше, чтобы оно было. Без, пока не буду его высоту корректировать. Так, эта нога уходит вперед. Эта нога уходит назад. Так. Нам нога не нужна, вот так надо. Просто нужно будет купить акции. Как обычно, уже. Не, на самом деле. Так, смотрим. Сейчас должно. Сейчас надо. Я думаю, что мы же не планируем открывать никакие Kickstarter компании и прочее. Если бабло закончится, откроем. Бабло закончится, откроем. Пока бабло не закончится. Зачем? Открывай. Ну да. А ты посмотри, на первый кадр. Мне надо как на первый кадр вернуть. Ага, вот так. А что не будет больше вечерних стримов по дотке? А, да нет, на самом деле. Я скорее в дотку так вечером захожу расслабиться. То есть в том плане, после того, как я там, ну, поработал, покодил, надо отдохнуть немножко, там, дотку захожу или куда-то еще. Поэтому, как бы, стрим запускать можно, но, опять же, вы понимаете, стрим — это не совсем расслабление, потому что нужно комментировать, что происходит. Это же не молчащая тема, что зашел себе, молчишь и просто показываешь картинку. Многие ребята, кто думают, что на самом деле стримы — это когда ты сидишь и ни хрена не делаешь, то есть, типа, что стрим — это легко, они ошибаются, потому что на самом деле стримы, которые легко, — это единственный вариант стримов. Когда сидят чуваки, пожирают чужой контент, смотрят какие-то ролики с Ютуба и там раз в 10 минут что-то говорят. Это вот, типа, плохие стримы, да, они не напряжные. А когда вот именно ты сидишь там и играешь какую-то игру, да еще и пытаешься комментировать, то есть, типа, чтобы людям не было скучно, это требует время и немножко напрягает, то есть, типа. Поэтому я думаю, что смысла нету большого. Что, Димон, не хочешь покаять хотя бы, как да. Оно выглядит? Ловушечка. А, во-первых, какой смысл? Потому что в Дискорде 720p, так, то есть, типа, надо патч Дискорд Нитро. Поняли. Да нет, да, как бы пока что сырая версия, не особо хочу. Они контент увидят, который уже есть, это много смысла полить. А еще увидят, в чем проблема, они могут увидеть, где и как это происходит. Ну, короче, иллюзию разрушится, не, нифига. Когда будет более уже готовое, тогда покажу. Это лучше показывать через ролики, чем через... Именно такой вариант. Так, теперь... Не вижу смысла просто. Это если со стороны маркетинга неправильно. Радимон, да покажи. Нифига. 20-й кадр теперь. Там уже почти готовая игра. Нет, на самом деле там еще нету системы как таковой боя до конца не проработанная. Она... Так, а ну как он теперь? Теперь он должен немножко со стороны в сторону. Так, теперь руки еще должны подниматься. Почему 240 кадров? Стоять. Ну, 240, 120 же стоит. Должно быть еще 160 на самом деле. 160. Так, и тут 160 кадров. 160. Так. Или будет трейлер? Ребят, трейлер будет. Но... Как бы это уже ближе к релизу, потому что... Ну, он будет, опять же, чисто на движке, то есть именно геймплейный трейлер. То есть никакие там синематики и так далее не ждите. Хотя, на самом деле, вот ненавижу я трейлеры эти. Синематики, смотришь на игру такой, а у них там трейлер, синематик такой, вау, офигенно, как круто. А потом оказывается, что то, что видели в трейлере, вообще никакого отношения к игре не имеет. Ни капли. Ой, стоять, что я делаю?
Там, кстати, напомнили, что кто-то тоже делал эту игру, я не буду озвучивать, там как раз коммент удалил модератор. Но, пацаны, не ждите от того человека нормальной игры. Значит, что, вы прикалываетесь? То, что я видел у того человека, ну, будем говорить, человек X его называть. То, что я видел у человека X, что он делает, и как он это рассказывает, ждать там что-то хорошее совершенно не стоит. Потому что то, что он втирал, это любой человек, кто разрабатывал игры нормальные в Unity хотя бы пару месяцев, он просто поржет. Потому что там, наверное, 99% маркетинга и как бы 1% игры. Потому что, да блин, сравнивая даже то, что мы делаем игру, по сравнению с его игрой, это просто шедевр. Мать его, учитывая, что он потратил времени на разработку в 10 раз больше. То есть, типа, короче, пацаны, это просто для леммингов игра. Я бы дал ей такое название. Игра для леммингов. Не понял, а почему в первый кадр не попало? А, тут еще нулевой кадр есть. Стоять в нулевой... Там реально, вроде бы, сколько он, 4 месяца. То, что он сделал 4 месяца, это можно сделать буквально, ну... Окей, еще модели он делал, то максимум за 1.5-2 месяца это можно было сделать. А он еще до этого 2 года работал. То есть, короче, не знаю. Это левой пяткой надо писать код игры. Он же это делал не на своем движке, не писал движок с нуля, а уже на Unity. А когда вот вы работаете в движке уже чужом, то скорость разработки игры увеличивается в разы. То есть, если бы я делал игру с нуля на своем движке с Аванычем, то могли бы ждать ее ко второму пришествию. Не ранее. Какой-то косяк вот тут есть. Вот тут был косяк у меня. Ну, если честно, я вообще вот не понимаю, как вот смотрю, как должно быть движение, потому что... я все через motion capture представлялся. Это motion capture стоит херово 1000 денег. Только баксов. Не, ну самые дешевые там 1000 вроде бы долларов. Вот он, где косяк был, я понял. Так, ну теперь надо подближе сделать. Давай посмотрим, как это сдалека будет смотреться. Ну вот, если его полностью оставить. А, тут, блин, FPS. 13 FPS. Прикинь, у меня Blender не выдает 60 FPS. Смотри, я не могу посмотреть. Когда я в движок в Eevee захожу, он просто не может зарендерить 60 кадров. Мощности не хватает. Серьезно? Да, это надо смотреть вот в этом, без текстуры. Пацаны, ваши компы сгорят, когда Вовен герой побежит. Нет, это так у всех. У всех так. Там просто ресурсы требуют, там сам блендер не выгребает. Так, ну пока он топор находит, надо теперь с коленями поиграться. Надо сделать так, чтобы он немножко приседал. То есть вот в этом моменте, где, когда ноги у него проходят, вот, в этом моменте он должен немножко приседать. Значит, в этих моментах надо его опускать. Так. Там говорят, он отдыхал от игры, точнее от кодинга. Да какой к черту кодинг, ребят? Там то, что сделано в плане кодинга, то, что я видел, этот кодинг, это реально пару дней работы. О чем вы, пацаны? Это пару дней работы, то, что там в демонстрации было. Там почти нифига не сделано. Там большее время убито скорее на геймдизайн и текстуры, чем на кодинг. В кодинге там вообще ничего нет. Там просто смешно. Там, то есть, типа, то, что я вот посмотрел, там реально кодинг — это, ну, неделя работы максимум. Там вообще ничего нету. По сделанному. То есть я, наверное, за 2 месяца с половиной, которые прошли, накодил в раза 4 больше, чем там у него сделано. Это Димон просто завидует, да? Тому завидовать. Просто черной завистью завидую. Не, меня рассмешило именно то, что я видел, знаете, когда на картинке показано одно, и я знаю, какой это объем работы примерный, и то, что слышу, то, что человек несет, это так смешно. Ну, в том плане, знаете, то же самое, что показывает там какое-то говно и говорит: о боже, это божественное, такое вы нигде не видели, говно, хотя оно везде разбросано. Так. И... Просто какая кожа вообще? С мая месяца
середины мая месяца примерно. Так, а учитывая, что если я кожу, и я, по сути, посмотрев ролик, понял, как реализовать все системы, которые там реализованы, у того человека X, это говорит о многом, пацаны. Что там все элементарно, там вообще ничего трудного нет. Там ни одной механики нет, которая так тяжело реализовывается. Так, а мы смотрим, что получилось. Короче, немножко его подтягиваешь, чтобы он головой с плечами шевелил. Тут скоростухи еще надо немножко добавить, конечно. Так, теперь с руками, с плечами надо немножко поиграться. Ну, когда будет это основная поза готова, дальше надо будет с коленями проблема. Надо же колени поднимать. Если честно, пока не очень. И держание щита ты сделал неправильно. У тебя должна рука поворачиваться, локоть. У тебя какие-то кисть сломаны. Не, я знаю. Я тоже ребятам говорил в самом начале. Я просто делал, подгонял, смотрел, что такой... щит большой. Там, да, я знаю, что локоть надо выгнуть выше, а руку меньше. Я то же самое сказал в начале ребятам, что с кистью я перегнул. Да, как будто он руку сломал, или там шприц так в руку дорисовать еще ему. Это человек, из-за которого делают все другие проигры. На самом деле, очень большая вероятность. Ну, как бы я не уверен, конечно, не могу утверждать, но... Я, честно, даже не знаю, там... Тяжело сказать, что там так мало чего сделано. Там реально очень мало чего сделано. Попробую подогнать. И колени сгибались нормально, то колени что? Не очень особо сгибаются у меня. Дроздов говорит, если вы говорите, что игра выйдет зимой, то это как раз будет самое то, чтобы согреться возле пылающего ПК. Не, ребят, честно говоря, я уже докупал специальные ассеты для оптимизации, то есть там на самом деле не будет. Я не брал HDRP, ну, как бы как основу, поэтому там не будет большого требования. То есть игра пишется на URP, поэтому как бы проблем нету там. Я говорю так, что, по сути, эту игру запустят почти на любом ведре, даже 2010 года, на минимальных настройках, спокойно. То есть, ну, то, что я вижу. То есть, я понимаю, что там еще примерно нужно доработать процентов, где-то 30-40 нагрузки увеличится, но она будет летать на видеокартах, там, я думаю, NVIDIA, как бы, ну, на максималках, это сейчас я говорю. Это все на максимум, если выжить, то, по теории, на NVIDIA, там, 2000 серии, должна спокойно летать. А на минималках она будет летать, наверное, не знаю, там, на видяхах 2009-2010 года. Я вам больше скажу. Вот, чтобы вы понимали примерно, насколько она нетребовательная, я запускал игру на встроенной видеокарте на процессоре Intel i7-4770K. Там видеокарта HD4600, встроенная видеокарта. И у меня игра на средних настройках выдавала 50-60 FPS. Ну там, ладно, это не средние, это были ниже средних настроек. То есть, сами понимаете, что если встроенка запустила игру, то на минималке все будет отлично. Так что не парьтесь. Это 2000-е серии. Еще раз напомню, ребят, 2000-е серия — это максимальные настройки. Это, то есть, типа, в том плане, что у вас там будет и сглаживание 4 либо 8x стоять, и разрешение экрана не натив, родное ваше, а в два раза больше. То есть, типа, если у вас, допустим, у меня вот 2К, у меня игра дает 120 FPS, ну, до 100 просадки, там, в сложных сценах. Это при том, что, как бы, игра идет в рендере x2. То есть, типа, это не 2К разрешение, а больше 4К. Чем 4К. То есть, все нормально, пацаны. Не парьтесь. Я пытаюсь, я оптимизирую ее просто очень много. Я на самом деле даже дошел до того, что дня два убил чисто просто, чтобы оптимизировать код. Переписать код, там, вызовы курутин, позакрывать, где они там лишнее время. Короче, через профайлер. Обрабатываю ее. Родима, верстать можешь? Нет. Сейчас...
Ну, как бы, так просто сейчас не сверстаю, потому что последний раз я верстал очень давно. Года 4 назад, может, 5. Сейчас же, сами понимаете, там для верстания почти там всякие вьюшки нужны. React и прочее. Ну, точнее, не верстание, а создание нормальное для фронтенда. Так что мне же верстать надо хотя бы пару неделек потренироваться. Подправляю пальцы. Так, ну это я пока просто подправил, чтобы посмотреть. Это все равно тестово, я пока это не буду все добавлять в игру. Я просто пытаюсь что-то, посмотрю ли мне вообще что получится. Сколько это играться с одной анимацией. А, стоять. А, кстати, ребят, я пока тестировал еще. Игра пока что полностью еще поддерживает джойстик. Ну, то есть пока что джойстик работает. Ну, хотя, конечно, я думаю, когда будет система инвентаря, то джойстик там уже нормально не поработает в системе инвентаря. Но все равно она пока выходит, в первую очередь мы планируем на ПК ее выпустить в Steam, а потом уже как бы выпустим, посмотрим, может, даже если вдруг сам мне будет не лень, и игра стрельнет, то еще и портируем, может, даже на консоли. Не, ну рука это я просто сделаю, просто проверял, видишь? Не-не, я ржу не с этого, там пацаны, ну там Дроскоп написал, что я сейчас чувствую, герой возьмет гитару и начнет играть. Рука похожа, да. Моя рука, она поломана. Ладно, сейчас я переделаю вам руку, а то, блин, тролливый поганый. Сейчас я переделаю эту руку. Говорят, фу, Дима продается, делает игру под консоль. Да не, просто портировать там в Unity, по сути, если вы игру написали, нормально написали, там настроили, там ее портировать на консоли, ну, вообще нет проблем там буквально, ну, я думаю, что можно это сделать там за пару недель до пилки, так почему бы нет, если она стрельнет, конечно. Мы же не знаем, что еще будет. Все-таки первый проект, который мы делаем. Ну, если честно, пока что выходит неплохо. То есть я удивлен, почему крупные студии разрабатывают игры по там 3-4 года. Особенно, когда у них уже есть там движки готовые. То есть, типа, когда они уже пишут на движке готовом. Это очень странно, но такое чувство, что они работают в день по 3 часа. Каждый человек. Блин, только сейчас заметил, что пальцы кривые у персонажей, надо будет выравнивать. А давай сделаем симулятор, короче, симулятор руки. Каждый палец будет двигаться. Как в этом. Были такие уже игры. Симуляторы. Видите, рука даже пальцы будет шевелиться. Смотрите на мизинчик. А хотя, стоп, стоп, тут какой-то косяк с мизинчиком. А, это вот косяк с мизинчиком, понял? На вас будет бежать враг с оружием, а вы будете мизинчиком шевелить. Да, вот, нашел где косяк. Он тут вытянут. Давай тут его тоже-то вытянем. А, чё париться-то? Раз, такая янка. Спрашиваю, а можно про что будет игра рассказывать или нет? Так мы же рассказывали, я же уже говорил про что будет. А, ну я же не знаю, что рассказывал. Ещё давно. Рассказываешь. Короче, чуваки, это будет Марс. Ну, вкратце, вы будете на Марсе на арене драться под куполом с разными пришельцами, которых марсиане захватывают для себя, для потехи на арену выставляют. Игра будет в стиле Диабло-подобных, в том плане, что там экипировка, шмотки, вещи, там все будет рандомиться, генериться, и причем не так, как это сделано убого в ПЕ, либо... Ладно, видишь, я даже плюнул в ПЕ. Не так убого, как в ПЕ или в Диабло, а генерация будет гораздо обширнее. Ну, в том плане, что в ПЕ у вас есть какие-то хотя бы шаблоны. В плане вещей, то есть у вас там есть вещь такого-то левела, допустим, как база, и у нее есть там три префикса, три суффикса. У нас я эту систему упразднил. Я ее упразднил. У нас генерация будет вещей такая, что по факту вы вообще не поймете, как она генерится. С вероятностью 99,9% вы не поймете, как вещи генерятся. По факту ваши сгенеренные вещи, они не будут храниться в какой-то базе данных.
То есть они, по сути, будут, я бы сказал, даже уникальные. То есть маловероятно, что вы найдете, чтобы у вас вещи были в плане визуалки и характеристик одинаковые. То есть шанс мизерный будет, что у вас вещи вообще попадутся хоть какие-то одинаковые. Вот почему как раз мы пока не делали мультиплеер, мультиплеер на позже оставили, потому что тяжело отбалансить, когда вещи у вас, генерация вещей просто безумная, вы не сможете отбалансить никак PvP. Это будет а-ля PvP в линейке, когда вы заходите. Это как вчера я в линейку. Захожу на арену, там где 12 человек должны драться. Начинается бой. Я бегу, а потом я уже ничего не понял, что произошло, и моя камера наблюдает за боем. А я там. То есть меня с одной плюхи кто-то убил, непонятно как. Я даже не видел выстрела визуального там каста, что меня убило. Вот поэтому PvP пока что, ну, подумаем. В будущем, может, мультик запилим, но пока что без мультиплеера. Он реально как будто на гитаре играет, стрельнула руку. Я вижу. Сейчас, секунду. Потому что даже Дима с Олей не понимают, как производится генерация. Нет, я прекрасно понимаю. Просто у меня, я скажу больше. Есть уже готовый ассет на Unity, который можно взять и запилить со стандартной генерацией предметов без проблем. Просто она не такая интересная. Хочется, то есть, типа, стандартные генерации вещей с этими вот стандартными базами данных и так далее. Там проблема в чем? В том, что вы не сможете сделать, то есть у вас будут шаблонные вещи. То есть вот даже тот же PoE, если вы играли довольно большое время, вы примерно понимаете, как генерятся вещи, и там через, наверное, часов 50, может 100 там, вы уже примерно понимаете, что да как генерится, какие префиксы, какие суффиксы существуют, и по факту иллюзия безграничного, скажем, разнообразных безграничных вещей, она пропадает. То есть, типа, а вот система, которую я хочу реализовать, она, конечно, тестовая, потому что я еще не знаю, я, может, столкнусь с какой-то проблемой и не выйдет ее реализовать, но как пока что в идее я ее придумал, там вроде бы ошибок нету. Посмотрим, выйдет или нет. Если выйдет, хорошо, смотри, если не выйдет, конечно. Смотри, он все лучше и лучше начинает двигаться, обрати внимание. Я просто костями разными играю в разных кадрах. Ну да, только тебе надо, чтобы он еще телом так шатался, как будто... Так он уже шатается телом. Видишь, просто я могу чуть больше. Видишь, он уже переваливается в сторону. Просто и там, блин, градус надо точно нормально настроить. А ты типа именно сейчас хочешь ходьбу сделать щитом? Да, это, мне надо будет 4 такие темы. Для ну, это при оружия. Активации щита. Тебе при активации щита нужно его замедлить, потому что при форме, ну, в состоянии блока он будет ходить медленнее. Это отдельная анимация должна быть. Да? Я про это и говорю, то есть я задолбаюсь. На самом деле я задолбаюсь анимации делать. Ну ладно, это первая анимация. Я сегодня первую анимацию начал делать, которая уже хоть что-то у меня начало получаться. А по факту, мне чтобы сделать этот пример, я посчитал около сотни анимаций на боевку сделать. Около сотни. То есть, это я не считаю основные. То есть прыжок я не считаю движение в сколько, 8 направлений получается, да? По 45 градусов. Так, чтобы можно было двигаться. Ну, типа, да. Там, кстати, я говорю, там можно зеркалкой сделать. Не, ну зеркалка, часть. Да, это анимацию зеркальную, так можно вот делать, я знаю. Спрашивают, что насчет пассивные и активные скиллы. Пока что их не прорабатывали, но будет огромное количество пассивных скиллов. Активных поменьше тоже будут активные скиллы. По сути, я уже могу сказать, типа, какие механики есть. То есть будет уровень известности и будет уровень опыта. То есть, и от этого будет зависеть там две ветки, вы будете прокачиваться. Ну, то есть, типа, механики, я прокачки не буду пылить, как они работают, потому что уже они есть как бы в концепте, но... И даже реализация уже готовая, немного их, но она еще такая сырая. То есть, типа, по сути, они сделаны... Ну, если вы смотрели наши скрины, то там уже вы видели худ такой, ну, как бы, опять же, там многие спрашивают, что это худ будет такой в игре. Нет, этот худ просто сделан, чтобы визуально править и, ну, настраивал механики опыта, механики известности, как они работают, и поэтому нужен был черновой худ. То есть, этот худ будет полностью переделан, перерисован, просто пока что он нужен только, чтобы я понимал, или все работает, ну, чтобы не через... дебаг лог смотреть, а чтобы можно было через худ проще сделать это. Есть, знаешь, чем косяк? Я не помню, как анимацию сохранить. Там где-то надо выбирать папку. Я не подскажу, я в блендере не шарю. Ну это высчитать калькулятор, нам не нужен эта хрень, дисплей.
найти где-то. Ну, короче, грубо говоря, в принципе, вот если сейчас играться, там еще надо мышцы живота тоже подтягивать. Тут еще один нюанс. Я вот пока не совсем продумал, как мне одевать доспехи, как потом мы будем крепить доспехи. То есть я сейчас моделирую голову персонажа. Потом я с помощью его тела буду делать доспехи разных форм. То есть под генерацию, да? А как эти доспехи будут к нему крепиться, чтобы они сидели на его теле и анимировались? Да, элементарно. Костями. Я инстантией там... Я их зафигачу инстантией. Там есть механика, физика для одежды. Я, конечно, еще не разбирался в Unity, как она работает, но я думаю, разберемся, поставим. То есть проблем не будет. Если они будут нормально сидеть, то я и прикреплю их. Я понял. Я даже могу сделать их кинематическими, со звуком. Когда ты будешь подать в броне, будет звук отдельной брони. Систему крови, кстати, уже интегрировали, конечно. Я бы хотел, чтобы она еще более круче работала, но, к сожалению, даже в играх AAA я крови такой не видел, чтобы она еще лучше работала. Говорят, гвоздями крепить. Блин, pause mode, а мне надо object edit mode. Edit, он падает сразу. Тогда мне надо просто копье, вот. Жалко, в блендере я не могу это замутить, потому что в блендере-то у меня сейчас все работает, по факту, он идет, видите, а копье работает, но копье не движется, бо я анимацию копью не хочу делать, нахрена. Сестра, это чтобы просто показать вам, ну, дальше, да. Можно. Кстати, я еще забыл добавить насчет генерации, в игре еще будет любимая всем заточка. Будет такие, будете точиться, ребята. Мы вас ненавидим, мы сделали заточку, которая не затачивает. Ну да. Блин, у меня тут лажа с и будет еще ручкой небольшая. Еще будет система создания оружия, наверное, и доспехов. Но посмотрим насчет системы создания оружия и доспехов, но она пока только в планах. Блядь, я чуть не понял, а почему палец уже выгибается? На самом деле тебе ты щит неправильно делаешь. У тебя ручка должна повернута быть на 90 градусов у щита. Там разные ручки. И рука сама должна... Там половина щитов с такой ручкой, половина перевернутой. Нет, ручкой. Нет, ты в реальности смотрел, как вообще ручки, да, делаются? И так делаются. Там и так носят, и боковой. Они разные. Боже, как так можно дефать? Ты перед собой. Такой вот такой щит, это обычно большие щиты, ты перед собой их несешь всегда. А боковой щит ты сбоку. Ты просто кисть сломаешь при ударе. Не, ну тут... Ну там ручка просто не так. Там проблема в том, что ручка чуть выше должна быть. Вот тут вот. Вот тут ручка должна быть. В таком щите. Спрашивали, будут командные режимы. Командные режимы. Мы же говорим, что игра будет пока что как бы одиночной. То есть, типа, какие командные режимы? Посмотрим, пацаны, посмотрим. Это пока что еще до режимов далековато, потому что сейчас я делаю инвентарь, а после инвентаря буду делать систему боя, а потом уже посмотрим, что да как. Пусть надо еще огромное количество логики ботов проработать, чтобы монстры будут разные. Будут и люди, и монстры, и прочее, прочее, прочее. Да, есть косяк с щитом, надо будет щиты эти переделать. Ручку надо смещать вверх. Это надо в 3D-модели, то есть вот эти щиты, в чем в них косяк я сделал? Они так идут, только вот эта ручка должна быть вот это в этом месте. То есть она где-то 3/4 вверху должна находиться. То есть, короче, она выше должна быть, потому что иначе так он закрывает себе лицо полностью. То есть она должна быть и тут. Потом... И тогда щит должен быть. Cook of the Satan правильно пишет, что для режимов онлайн ее прать сначала нужно. Да, огромная проблема разработчиков, которые делают онлайн игры. Также тот человек X, о котором я говорил, что надо понимать, что если вы делаете онлайн игру, что онлайн игра обострется в 99% случаев, если вы ее не продадите. А где шансы, что вы сможете... Вот, допустим, вы сделали игру. Игра действительно хорошая, интересная. Но у вас нету, как бы, скажем, пиара известности. Заходит Васька поиграть в игру, покупает игру. Заходит, а там нет онлайна. А там боты тупые, которые играют. А с ботами неинтересно. Васька берет и говорит, игра прикольная, но вот когда онлайн появится, я вернусь. И как бы возвращает пока деньги за игру. Потом Петька заходит. И опять же, онлайна нет, он уходит. Так люди просто заходят, покупают игру, возвращают деньги, и потому что онлайна нет. Короче, онлайн игры делать опасно. То есть в том плане, что
Вам нужно для этого иметь хорошего издателя, который сможет игру распиарить до релиза, либо вы сами ее распиарите до релиза. Онлайн игра без людей — это мертвая игра. Какой бы она ни была шедевральной, в нее играть не будут, если нету как бы других людей. Особенно если это соревновательная игра. То есть, типа, если там какая-то ММОшка, там почти без онлайна, ладно, это еще терпимо, потому что в ММО вы большую часть времени можете там гриндить мобов, там заниматься такими делами, где не сильно требуется присутствие других игроков. Там только на хай-энде нужны будут, ну, как бы, игроки. А вот в онлайн-соревновательных играх это большая проблема, и многие разработчики этого не понимают. Они тратят кучу времени, выпускают онлайновую игру, а потом она в итоге умирает не из-за того, что она хреновая, а из-за того, что просто нету людей. И я, кстати, уже видел много проектов, которые, ну, действительно, проект хороший, интересный. У него, как бы, если бы у него было больше известности, то в него бы люди играли. Но, к сожалению, игра неизвестная и онлайна нет. Цена будет 25 рублей, то ее не каждый вернет. На цену 25 рублей не на 10, потому что мы даже деньги на ассеты, которые использовали, не отобьем. Ну, в том плане, мы использовали ассеты. Ну, зачастую там техническая часть ассетов. То есть, в том плане, допустим, систему, чтобы не писать, того же исправления тилинга, либо систему, как раз же, чтобы батчи объединять, как бы, предметов статических. Потому что сама система юнитовская с батчами, она кривая, она плохо оптимизирует игру. То есть я по сути, очень много убил, как бы, ну, выкинул денег на то, чтобы купить уже готовые ассеты от разработчиков. Ну, скажем, те, кто делали игры, именно чтобы взять какую-то систему. Допустим, вот в Unity нет нормальной системы коллайдеров. Что такое система коллайдеров? Вы часто, наверное, слышали, как я игрался на игры, ругался на игры, в которых, допустим, были какие-то стенки. То есть, типа, вот невидимые стенки. Вы бежите и упираетесь в невидимую стену. Там ничего нет визуально, а вы упираетесь. А все из-за того, что делают хреновые кривые коллайдеры ненормального размера. Вот я поэтому брал ассет, покупал, чувак сделал там уже готовую тему, чтобы можно было в Unity там через несколько кликов сделать нормальный коллайдер для предмета. Ты там не сам его геморроишься, прописываешь просто цифрами, сидишь, убиваешь кучу времени, а просто взял, используешь ассет, закинул, там, типа, выбрал количество этих, как его, вершин, сколько должно было быть, там, ну, этих граней, просто настроил и быстро сделал себе коллайдер. Четкий коллайдер без затраты времени. То есть, как бы оно время экономит, по сути, поэтому... На ассеты приходится порой раскошелиться, чтобы потом неделями не тратить на рутинные вещи время. Страшно, будет ли донат решать? Доната вообще не будет в игре. Это одиночная игра, какой донат, пацаны? Мы что, Ubisoft? Ну, донат может быть будет только если в будущем, если так уж захотят. Не, хотя я не думаю, какой можно донат сделать. Да нет, только внешка. Если максимум что делать, только внешка. Больше не, туда нет смысла. Да, потолок внешка, вы что? Так, а теперь вот то, что самое напряжное. Подгонять это все. Блин, это, конечно, будет очень напряжно. Ценовая политика, я пока скажу так, сколько будет игра там стоить и так далее, ну, это примерно, это пока что, опять же, это не факт, что она будет так на релизе, но вот у меня в планах, что примерно игра будет стоить в СНГ регионах где-то в районе $10, там, ну, это, типа, даже не в СНГ регионах, а в регионах, где, ну, как бы, зарплаты небольшие, то есть, около $10, на Западе в районе $15, там, где-то, так, может, $15-17, не больше, там, или 15 евро, допустим. Где-то в этом районе, ценовая политика. Но, опять же, пока рано рассуждать, потому что я бы сказал, что проект сделан на 20%, это в лучшем случае. Может, чуть больше. Ну, не знаю, тяжело сказать, но около 20. Это плюс-минус. Просто скажу одно, что сейчас скорость разработки немножко замедлилась, потому что если я раньше сидел как киборг в течение месяца по 16-17 часов и чисто занимался этим, то сейчас я уже поменьше. Я делаю это в день там часов по 8, по 10 сижу. Не так много.
говорят, фига аппетита. Ну, в смысле аппетита, ребят? $10 — это нормальная игра сделанная. То есть... Я говорю, посмотрим, как она будет выглядеть в финале. Но если будет финальная версия, мне она не будет нравиться, то есть, типа, она будет такая, то цены будут, может, и ниже. А если она будет нормальная, то почему? Нет. Вот, допустим, Фазмофобию. Вы, ребята, же многие видели. Игрушка тоже сделана на Unity. Но вот, Фазмофобия сейчас в нашем регионе, вот, допустим, стоит $7 или $8. А игра мега примитивная. В том плане, что, ну, вот на самом деле... Вот не считая только мультиплеерного режима, потому что на самом деле в плане мультиплеера я пока еще не разбирался, но там говорят, нетрудно на Unity запилить его. Но в плане механик за месяц-полтора пишется вся логика почти игры. Она очень примитивная. Тоже Фазмофобия. А, так, секундочку, я ошибся, игра стоит $8. У нее сейчас скидка просто. То есть это в нашем регионе. Ну, вы сами видели анимацию Фазмофобии. У нас гораздо... Анимации будут лучше. Даже то, что вы видите. Все, я руку зацепил в защиту, видишь, смотри. Конечно, геморрой, это криво там еще стоят, но это надо подправлять потом будет. Но я зацепил защиту ее. А в первом кейфрейме только, кстати. Надо было бы это исправить сейчас. Блин, как оно там делается? Опять забываю. Осмод. Эй. И... Стоп. Вот это надо. Эй. И... Осмод. Все. В первом кейфрейм есть. Дальше они разгибаются, руки, ну это потому что я не делал, видите? Ну короче, это вот в каждом надо будет такую тему замутить. Но это надо сначала. То есть сначала я подбираю руку, надо поставить все щиты, сделать все щиты одного типа. То есть, видите, я прям тут, видишь, переделал щит. Смотри, как он должен был быть, выглядеть. Вот так он должен быть, ручка. Вот в таком положении. Ну и плюс его чуть загнуть надо будет. То есть это вот так надо будет сделать. Короче, очень много анимаций придется проводить с ними. Вот, его надо будет... Edit mod. Ну, неплохо. Вот, смотри. Вот так он должен быть здесь. Вот так. И подогнать его теперь под руку. Я уже сделал для него. Это значит, проще вот, будет вот уже смотреть, он когда он быть. В Unity смотри. Будет портирован. Ну, вот сейчас оно выглядит уже более реалистично. Видишь, как он держит? Может даже немножко его развернуть, типа, вот взять. О, я придумал. Интересно, как это будет выглядеть? Вот так его, например, развернуть. Типа, он эту сторону будет. Блин, я придумал. Я придумал интересную идею. Интересно, как она будет выглядеть в реальности. Нормально или нет? А если щит поставить как бы на него просто элементарную команду с настройками градуса наклона look at target. То есть, грубо говоря, если он будет нацеливаться автоматом на как бы меч, грубо говоря, у тебя рука персонажа с щитом примерно будет шевелиться. Ну, то есть щит не будет статично стоять, как это в играх, знаешь, а именно немножко поворачиваться под углом, откуда удар от меча идет. Надо будет проверить, как это выйдет. Ну, это, блин, это опять анимация нужна будет. Нет, анимации не надо, я просто буду уже готов твою руку просто кисть вертеть с щитом в угол. А там ты сильно не повертишь его, иначе оно будет неестественно выглядеть. А, не, ну оно. Я же не буду так его сильно, оно будет визуально немножко видно, что оно вертится. Но прикольно, что как будто герой, знаешь, реагирует на сам меч. Надо будет проверить, мне интересно, эта механика. Выйдет или нет. Нас спрашивают, будут гигантские мечи или алебарды, как в аниме. Я думаю, что алебарды будут, конечно, типа мечи будут, но гигантские нет, потому что как вы это отбалансите? Ну хотя. По сути, блин, учитывая, что одиночная игра, можно, конечно, и без баланса сделать, но пока что не планируем делать что-то гигантское, потому что хотелось бы, чтобы у вас был вызов на арене, а вы сами понимаете, если делать всякие там огромные мечи и прочее, там начнут пацаны обузить эти огромные мечи, там ботов тупых загонять, то есть надо сделать так, чтобы каждый противник был для вас вызов, и не просто, чтобы это был чувак, ну, монстр, который там как рейд-босс бьется миллион лет, ну, сам по себе он тупой. Хотелось бы, чтобы у вас именно враг как бы дал вам прикурить. Чтоб вы напрягались, когда бились с врагом. Но пока что я называю своего противника Васек, и я его обучаю разным фишкам. Но пока что Васек по сгенеренной арене бегает более-менее, почти нигде не застреет.
Ну, а механика самого поведения пока у него очень глупая. То есть он, конечно, умеет блокировать, умеет отпрыгивать от ударов, но систему отпрыгивания надо будет немножко переписать, потому что я ее написал через LERP, а нужно было писать через физику, наверное. Лучше. 3D Monsha я тут сделал. Ой, блин, это edit мод. Ну ладно, по барабану, все, тест. Он теперь будет копье кидать. Я с копьем этим играюсь. Не, систему метания копий, я думаю, сделать это, вероятнее всего, будет то, что на арене валяться. Ты можешь поднимать и кидать там обломки оружия и прочее. Я думаю, добавим. Камни, наверное, нет, потому что камни слишком большие. Ты не Геракл, чтобы их кидать. Ё-моё. А вот оружие можно будет реализовать. Ну, а почему ты в эту сторону не поворачиваешься? Это бака. А, кстати, вот там писали, я как раз не ответил на комментарии, там Казума Сато писал, зачем париться, сделали бы 2D-гачу на телефоне и ПК, и драли бы бешеные деньги с нее. Учитесь у японцев. Не выйдет, пацаны. На самом деле, мобильные игры, чтобы вы понимали, мобильные игры, то вы, особенно это на Android, не буду говорить про iOS, потому что там, я не знаю, как там у них с этой политикой. И но в плане на Android вы никогда свою игру нормально в топы не загоните. Вы знаете, что это, грубо говоря, гребаный YouTube X2. То есть, типа, ну, номер 2. Потому что просто ежедневно выходят сотни, наверное, мобильных игр. И нормальный, естественный трафик получить на мобильную игру просто невозможно. Знаете, как разработчики на самом деле вообще зарабатывают деньги с мобильных игр? Именно бесплатных мобильных игр. Они просто берут, заказывают рекламу в Google, Google AdSense, и, грубо говоря, вот, допустим, если там реклама, они там заказывают, там, допустим, по 2, по 3 рубля. Сумма опять примерная, я не точно говорю, потому что это не знаю, сколько стоит сейчас на момент реклама игр в Google AdSense, но они заказывают просто рекламу за какую-то энную сумму. И у них из расчета, вот, допустим, тратит на одного человека, привлеченного в игру, 2 рубля, а этот человек приходит, там, смотрит всякие рекламы, либо покупает какой-то донат в будущем, там, допустим, должен приносить в среднем 3-4 там, рубля. И в итоге они тратят на рекламу там, в месяц, пускай 100 тысяч, а вытаскивают, там, допустим, 200 тысяч рублей. И выходит, что, ну, это примерно, я говорю, опять же, сумма. То есть, и, грубо говоря, у них заработок происходит именно как раз из-за разницы в конвертации от рекламы к заработку людей, которые пришли через рекламу. У них так и работает. То есть там нормально пробиться без вливания денег через Google AdSense просто нереально. То есть мобильные игры, чтобы вы понимали, клепаются очень быстро, особенно киберказуалки. Я на самом деле сам могу мобильные игры клепать, наверное, в неделю по штуке. То есть типа именно казуалки, я не говорю там какие-то крупные проекты. И да, проблем нету. То есть типа это казуалку сделать элементарно, саму игру. И их делают как мусор, знаешь, мусором вливают просто потоками в Play Market. И там этого дерьма просто тоннами вы можете найти. И, к сожалению, просто такой заспам, он работает против нормальных разработчиков, потому что те разработчики, которые делают хорошую игру, им потом довольно тяжело пробиться через тонны мусора, потому что, вы сами понимаете, какие алгоритмы у Гугла, а опять же напомню, что Android и Play Market это гугловский, и алгоритмы, что на Ютубе, вы ищете какие-то, ну, допустим, хотите найти нормальные ролики, а вам просто тоннами кидают шлак. То же самое и в Play Market. Вы хотите найти нормальную игру, а у вас тоннами идет шлак, который делается там разработчиками, группой разработчиков в течение нескольких дней. И они просто не делают игру какую-то офигенную, они кидают там 100 игр, одна стрельнула и потом ее поддерживают. Короче, там куча шлака в мобильных этих магазинах, поэтому мобильные игры я делать точно не буду. С таким же понтом я могу открывать каналы на Ютубе, и если в плане брать дохода с вами, чем открывать каналы будем, и просто какой-то дострельнет. Ну, потому что, по сути, это, опять же, система Google, которая рассчитана, чтобы получать, скажем, почти для себя бесплатный контент, получать авторов, которые создают какой-то контент на тот же YouTube, на тот же Play Market за бесценок. То есть, типа, ты создал какую-то игру, она не стрельнула, чувак, ты потратил кучу времени, ничего не заработал, а в итоге игра в Play Market висит. То есть, выбор у людей огромен, что играть, и Google за это
почти ни копейки не заплатил, понимаете? То есть, чтобы получить такую, ну, халявную рабочую силу. То же самое это и с Ютубом работает. Копья я не убил, я нашел ну, второй файл с копьями, все нормально. Вот я просто сейчас текстуры накладываю. Но они не покрашены. Не, они вот краска. Тут одна из там 5 вариантов краски. Просто плюс нету, видишь, тут нету текстур этого. Блендер не отображает текстуры металла. Шейдеры металла не видны. То же самое, что. Ой, шейдеры это еще. Это большая проблема, кстати, шейдеры, ну, ребят. Как-то оно так хряво выглядит. Это должна ткань быть, но она что-то вот в блендере выглядит. Нет текстуры. Не, она есть, она почему-то короче, растянута. Шейдеры — это большая проблема, потому что я писать шейдеры пока еще нормально не могу. Надо, короче, учиться либо через шейдер граф собирать их, либо что, потому что шейдеры в играх — это основное. В большинстве игр. Эффекты все... Офигенные, это все шейдеры, по сути. То же самое, даже трава, шевеление травы — тоже шейдеры. Ну, это нормально, чтобы оптимизированная игра была. Шейдеры — это наше все. Даже есть копье поломанное, пацаны. Будете использовать. Видите, оно кривое чуть. Это поломанное копье. Видите, оно неровное, вот смотрите. Оно типа с говна вот собрано. С заклепками сделано, с металлическими. Ну, это металлических шейдеров, да. Короче. Так. Я думаю, наверное, можно закончить. Я, в принципе, сегодня заниматься этим немножко посмотрел, но мне надо сейчас... Надо щиты будет. Знаешь, я, наверное, сделаю сначала анимацию, а потом будем подгонять все предметы, которые я создавал, эти копья, щиты. Ну ладно, копья легко будет, оружие все легко будет подогнать, щитами будет проблема, я думаю, потому это еще придется... ручки все надо будет перехерачивать, перекручивать. Это еще придется много раз переделывать, это как бы факт в том плане, что... Да. Помнишь, когда ты стены делал, тоже их переделывал много раз. Можем показать им вкратце в Дискорде, как ты пробежишься просто по арене, чтобы они видели, как он бегает. Так и хочешь, норовишь. Ну так а чё нет? Показать им. Пусть хотя бы не зря сидели полтора часа. А возьми любую арену, загенери, не все подряд, одну, любую. Загенери. Да, загенери, потом то врублю сейчас. Просто проблема в том, что ты не покажешь в нормальном качестве из-за того, что... Не надо нормальное качество. Нормальное качество они увидят, 720p. Когда альфа-билд будет. 720p плюс то, что ты еще транслируешь. Так что, плюс еще Ютуб, то что, ну, Ютуб это Твич помылит, не важно. А, это да, не да. Это не столь важно. Это такое сжатие миллиардное. Главное, чтобы они саму видели общую картину. То есть, понятно, что она будет размытая, понятно, что там не будет видно качество графики, но это не надо сейчас. Сейчас на это акцент никто не делает. Короче, позвонишь туда. Сейчас. Тогда... Я сейчас позвоню, так, секунду, поставлю паузу. Пока. Так, Вованыч... Сейчас на полный экран открою Asset Store. Так. Пока что оно в модели. Просто побегаем, посмотрим. Хотя эта арена не очень хороша. По этой ловушке я наступил на нее. Но эффекты пока еще не проработаны до конца ловушки. Есть энергополя. Силовые. Эти вот. Они нормально пока с ходом. То есть. Пока клетки что я очень силы, очень сильно силу. Да, тут полностью рэгдольные скелеты и прочее. Эти вот видишь, ловушку сейчас надо ее опустить, это что не сделал, она слишком высоко летит. А физика, конечно же, есть. То есть, типа, камни можно пинать, толкать. Ядро пролетело. А пушка вон только что. Да, она в конце взрывается, но еще эффекта взрыва нету. На ядро, то есть, ну вот ловушки, видите, вот визуально они пока что так сделаны визуал, то есть, типа, вот видите, кровь ляпает, когда бьет. Давайте войска, рэгдол потолкающий. Это просто сейчас, видите, это оружие, оно неправильных размеров, я просто... Там ловушка прям под ним, кстати, ловушка. Да, да, я вижу. Вот скелет, тут можно, его, если сильно приложить силу, то части распадаются скелета. Если его сильно пнуть или толкнуть, то можно оторвать ноги и руки. О, вот, видите, я ему разломал часть. А вот и Васек. На самом деле система блока, она пока что сделана. Вот, допустим, я сейчас блок вот ставлю, видите, вот, по энергии, видите, она уходит. Я блокирую, меньше урона получаю. Система блока, она рабочая.
А, блин, еще микробаша, как видите. Ну и, конечно, вот кровь, когда летит, когда он меня бьет. И... А, косяк. Косяк это, что у меня неправильно сейчас форма... Знаете, кровь летит, вылетает, там, короче, все такое. Вот это где грибы? Грибы где-то есть, на... они растут. Есть, есть, сейчас я покажу. Дайте я войска убью, блин. А, ФПС, кому интересно, какой ФПС, вот я показываю. ФПС сверху. У меня очень сила замакшенная, поэтому войска с одного удара убил. Ворота вот. Открываются, он впереди. Ну да, вот видите. Блин, что у меня подвисает удар. Завис. Ну и, конечно, есть смена дня. Сначала тебе грибы найду, и потом покажу вам еще смену времени. О, видите, копья вон валяются, я видел. Копье видел, валяются. А вот, ну да, их поднимать пока нельзя, их, видите, можно там катать и так далее. Я потом их сделал, что можно пушка. Поднимать, кидать. Пушка тоже наносит урон, если опадает, и ядра в конце разрываются пока что. Эта лестница, не смотрите, эта лестница просто мне нужна, чтобы я понимал, откуда генерация арен. Арены полностью все генерируются, то есть типа... А ну... Вот видите, взрыв сделал с клеткой. Это все на физике просто сделано, поэтому еще не обалансено. Так, а где грибы? Что их тоже там нужно? Бывает, скелеты выпадают. А вот, вот. Один гриб. А ну, вверх подними да. Головой. Покажи. О, пушка. Скелет. Он там может выпасть, видите? Калитка открывается, там висит скелетон. Если в него чем-то кинуть, он выпадет оттуда. Как ты гриб сломал, гад. Я знаю. Туч только нету, да, еще? Тучи так и их нет. А, тучи не генерятся, дождь, видите, этот дождь пока что это все тестовые системы, я их буду переделывать. Тучи, проблема в тучах, что я, ну, шейдеры, которые использовал, надо сделать, чтобы они не проникали, они, видите, проникают. Ну и, конечно, вы можете увидеть там в небе этот маленький кусочек, летящий кусочек. Сейчас, ладно, покажу более наглядно, давайте. Сейчас. Я растяну побольше. А, давайте сделаем просто. Оп-оп. Здесь какой-то заберем. То есть на самом деле, тут время идет как в, ну, как в реальности, поэтому... Я просто ускорил время сейчас, чтобы вы понимали. Как спавнятся ловушки? Ловушки рандомно спавнятся, они по собой, вот видите, это так, дым. Так, я, Вован, не рассказывай весь секрет, ловушки сделаны разумно, пацаны. Они сделаны очень разумно, и то есть, типа, если ты расскажешь, это не будет не так интересно. Пока что эффекты еще все тестовые, потому что нет очень много эффектов следов, то есть очень много VFX эффектов пока не сделано. Когда, видите, типа, дневная, ну, типа, меняются, факела врубаются, как бы, ночью, днем вырубаются. Система ворот и ловушек, она такая, что, пацаны, вам это понравится. Ну, в том плане вы не будете знать. Хотя видите, почему клетки шатаются по-бешеному? Потому что, на самом деле, ядра, которые ударяются, то есть, ударяются об стены и прочее, они, типа, ну, после энного количества времени взрываются. И как раз это и дает отталкивание. Короче, вот такие вот системы, пацаны, пока что. Значит, давайте я еще пару, может, арен загенерю. Блин, ну такой скелетон сидит рядом. Это, а, секунду, я не загенерю, потому что мне надо... Сейчас это я поменяю там настройки. У меня просто сейчас такая генерация пятой арены, я ее недавно делал, доделал. И поэтому я вырубил остальные генерации арен. Так. Сейчас остальные покажу арены. Ну, на лестнице не обратите внимания, лестница... А, опять пятая, да ладно. Что-то она не хочет генерить другие арены, кроме но пятой. Пятая, арены все генерятся поголовно, и земля генерится. Но это арена на самом деле с факелами сейчас проблема, это четвертая арена. А что там с факелами там? Эти арены, ребят, чтобы вы понимали, их нет как таковых нумераций. Это я вообще за арену выпал. Потому что я там еще не настраивал. Вот третья арена, допустим, есть вот такой вид, третья арена. Ну, сами понимаете, что кажется, все эти арены, они... Видел три клетки? Да, но они, видишь, ну, не так далеко. Полностью отгенерация, чтобы вы понимали. Торговые площадки, смотри. Давайте. Сколько этих? А, ядро в тебя попало, чувак. Я знаю, я его ускорю немного, чтобы оно летело. Вот это какой-то гриб, какой-то как печенька, что-то за гриб. Кстати, ты знаешь, что ты угадал? Это текстура печенькой на нем, на этом грибе.
Серьезно? Это, да, текстура печеньки. Овсяная печенька с шоколадными вкраплениями. Это текстуру, ну, кстати, я использовал. Это от этих кровь лепится, потому что я нормальную матч текстуру он еще на персонажа не налепил. Это все равно тестовый. У нас герой другой будет. Опа, просто репушка. Тестовый герой. Еще системы отпрыгивания. Видите, ловушка, кстати, очень высокая. Ну, вот еще, кстати, я думаю, система отталкивания от ловушки. Я еще не дописал ее до конца. Так, че? Блин, что-то меня ударил. Там ловушка была. Кровяшка ляпнула. Видите, когда бьет ловушки, кровь ляпает. Ну, это типа от ударов. Так вот, кровь пока лепится не совсем правильно из-за неправильной формы как раз персонажа. То, что у меня он квадратом лежит. Идет. Да, но тебе Васек, он как-то обходишь камни, как-то пишешь или нет. Видите, я его уже обучил обходить эти все генерящиеся предметы, но... Потому что у нас полностью, если видите, арена генерится разная, с текстурами разными, так что... Видите, немножко приподнимается. Но опять же, это все пока что еще наработки, то есть... Я пробежал по ловушке. Ловушка еще урон не наносит, я не прописал систему горения. Еще не доделал. Опять ловушка. Бахнула меня. А ловушек сейчас, походу, больше, да, за генерацией, чем должно быть? А, да, больше, чем должно быть. Я просто их тестировал. Мне же надо тестировать. Кстати, вот есть какая-то ошибка, он отпрыгивает. Видите, Васек на самом деле умеет уворачиваться от ваших ударов, то есть, типа. Но у него есть проблема с отпрыгиванием. То есть, типа, он порой почему-то прыгает, когда не должен прыгать. Знаете, пускай он убьет меня. У меня очень много сил, я поэтому Васька не бью. Ну, кровь уже тут, блин, наляпала, капец. Ну, короче, пока что смотрите, видите, кровь бывает на ноге снизу прорисовывается. Я могу сделать, чтобы она вообще не прорисовывалась на нужных слоях, но проблема в другом, что это чертова нагрузка. Я в конце посмотрю, если сделаю как бы вариант с нормальной кровью, если будет нагрузка, ну, не сильно в конце, в конечном итоге на игру. Если будет сильная, придется оставлять вот такую хрень. Ну, видите, он еще тоже постоящий. Маньяк. Я просто его еще не написал, типа, как он действует после победы. Там надо будет анимацию добавить, прочую хрень. Он, видите, он меня убил и дальше херачит. Он маньяк просто. Ну, можете посмотреть, что арены все генерятся рандомно полностью. Земля тоже рандомно генерится. Это опять пятая, что сегодня на пятую везет. А это чистокольная нигде. Все, можешь, в принципе, больше не показывать. Хватит с ним, хватит. Нельзя больше контента. Сейчас я посмотрю, что он генерится вообще. Да что-то не везет, они генерятся только три арены. А, это первая была. Я просто визуально не покажу, что он, как оно меняется. О, чистокольная. Да. Чистокольная арена, да. Да. Ну, короче, вот такая вот тема, ребят. Вот что пока что сделано, там еще работа есть, но пока вот вы видели сами. Можете сами написать, хорошо, плохо. То, что вы увидели. Она почитает комменты там. Короче, ладно. Так, я думаю, это можно тогда остановиться. В принципе, вы так показали небольшой ролик. С анимацией мне надо будет еще продумать. Все-таки, наверное, я сначала буду делать все анимации, а потом все эти вещи подгонять. С броней единственное, что надо будет еще поиграться. У меня, в принципе, есть идея, как делать полностью всю броню, замутить хорошую, чтобы она полностью села на персонажа. Но тут, как бы, опять же, проблема... Ну, не то, что проблема, а если мы делаем одного персонажа мужского пола, скажем, потому что из женского будем делать, нам придется опять же всю броню вхерачить во втором экземпляре на женского персонажа. Вот, это время. То есть, если мы делаем одного персонажа в релизную версию, ну, то есть в релизную, скажем так, в ОБТ-версию, да? А второго потом можно будет добавить в следующих обновах, там, женская гендерность. А сейчас без гендерности будет. Ну, так. Я думаю, в начале там у вас будет. Визуалка на персонажа будет, не бойтесь. В начале, ну, на релизе точно будет. Но вот насчет полов не уверен, да, то есть это... Не, ну, будет пола, если мы сделаем пол, если мы сделаем пол, это как минимум еще месяц. Ну, не месяц, но это... Не, месяц, наверное, даже может больше. Не, ну, хотя на самом деле, ну, всегда там грудь, проблема с грудью. То есть, там грудь, там всю броню. Всю броню перерисовывать, то есть полностью все сеты брони, да. Все сеты щитов. Согласен. Ну щиты, ладно, щиты проскалировать можно, там это полдела. Оружие тоже, в принципе, можно проскалировать, просто чуть уменьшить или оставить даже таким же, чтобы она, женщина просто будет размером, ну, с мужика одинаковая.
Еще очень важно, ребята, что вы видели 820p разрешений и плюс с двойным сжатием через стрим и это. На самом деле, графон в игре гораздо лучше, чем то, что вы видели. Потому что в Discord нужно... В том гриле печенька увидел. Я просто знаю, что желтый, значит, такой, это он, типа круглый желтый, я просто, я шахтел, поэтому знаю. А Димон это увидел, то есть, прикиньте, какое качество, если он свысока увидел, что это печенька. То есть там графика будет хорошая. Короче, ладно, давайте на этом остановимся. Все, спасибо вам за внимание, господа. Это был Стримчанский, в котором мы показывали, что, на каком этапе мы сейчас находимся. Я думаю, что, как бы, да, процентов 25, наверное, только сделано. Сейчас, как бы, самое сложное, это анимация и инвентарь, то есть вот это вот все сделать, системы. И дальше еще один такой, как бы, скажем, приличный... Косяк ну, работает. Город, это грубо говоря, хаб, сцена. Торговый хаб там. Это вторая сцена, это персонажи торговцев, типа как и Нит там один будет из них. Вот, торговцы персонажи, алхимики персонажи и так далее. То есть, еще вот это вот все прорабатывать. Вот. Но самое сложное это инвентарь и вот сейчас анимации все эти намутить, чтобы они нормально смотрелись. Это не, ну я думаю в конце, времени. Все подравнивать будем в конце. Вы сами видели, что, допустим, сейчас, когда бегаешь, там есть косяки свои. Я то есть знаю, вот, допустим, кровь с решением, знаю, как ее решить. Просто мне не нравится решение, которое сейчас реализовано, оно нагрузку дает. Я, ну, просто дело в том, что на самом деле вот в движке Unity есть огромное количество проблем, которые приходится решать костылями. То есть либо пока мы будем делать игру, там Unity получит пару обновлений, и они сами решат эту проблему, либо нам придется какие-то костыли вводить, потому что на самом деле декол очень тяжело на слои разложить. То есть, типа, она нормально не раскладывается, поэтому, ну, на URP именно. И приходится, короче, велосипед искать. Но я думаю, что мы сделаем. Окей, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока. Господа, пишите комментарии на ютубчике под видосом, что вы думаете, что еще, чего не хватает, по вашему мнению. Что там выглядит некрасиво, скажем так. Ну, пишите, мы почитаем. То есть, как бы не факт, что мы все будем исправлять, что вы напишете, но почитаем мы точно, может, где-то действительно что-то там подправим. Все, спасибо. Может быть, сегодня еще будет один стрим, но я не уверен. Чекайте, если что-то появится через 20-30 минут, сменится название на Твиче, тогда будет следующий стрим. Если не сменится, значит, стрима не будет.